Семья Челегава до сих пор не может прийти в себя после пережитого. В воскресенье с самого утра хозяева дома и соседи тушили вспыхнувший пожар. Однако справиться с огнем им не удалось. Пламя распространилось в течение 10-15 минут. Как рассказывает хозяин дома, ветеран Отечественной войны Утар Челегава, в это время он находился на работе. Ему позвонила дочка и сообщила о пожаре, но сделать уже ничего нельзя было. Двухэтажный дом, в котором жила семья из 5 человек, выгорел целиком. МЧСовцам позвонил, приехали с ними, когда приехали, уже все сожженное было. Второй этаж уже ничего не было. И начали тушить, но там уже нечего было тушить. И ничего не могли мы оттуда вывезти. Просто сами они вышли и все. Да, соседи подоспели, но уже невозможно было подойти. Вынести ничего не удалось. Все вещи, документы, посуда, мебель, все, что было нажито за годы, все превратилось в пепел. Семья фактически оказалась на улице. Просто вот это, что стоит, вот эта маленькая хибарка осталась. Негде просто жить здесь. Коренной мой дом, наши отцы, деды, что делали, за это я мучился здесь, не уходил никуда. И вот вчера, в течение 50 минут, все сгорело, негде жить, ничего не имею. Предварительно причиной пожара стало замыкание электропроводки. Огонь начался со второго этажа, а стены дома были деревянные, поэтому пламя очень быстро распространилось. Сегодня мать с детьми приютили соседей, а сам Утар ночует в своей машине. Администрация села обещает по возможности поддержать семью и оказать содействие в восстановлении дома в кратчайшие сроки. Аманда Пони, Алена Адлиба, Абхазское телевидение.